Час назад появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни. Это уже третий телеграм-канал, который разместил информацию, ссылаясь на источники из медперсонала больницы. Впервые новость появилась в среду. На данный момент никакой официально подтвержденной информации нету. Родственники Анастасии пока не выступали с опровержением. Ранее, в ноябре, уже была информация о смерти Заворотнюк. Она, к счастью, не подтвердилась. Тогда слух о том, что умерла Анастасия Заворотнюк, всколыхнул прессу, которая опубликовала новость, не проверив ее. Стремясь успеть первыми, они поспешили обнародовать последние новости и только после этого начали проверять информацию о смерти. Появление слухов обусловлено тем, что родственники никакой информации не дают. Стоит надеяться, что очередная смерть Анастасии Заворотнюк – это просто слух. В сети появились новости, что Анастасия уже в порядке и находится дома. По другим новостям, она до сих пор находится в реабилитационном центре. Создается впечатление, что родственники сами провоцируют эту ситуацию.